Вы все. Ну, да, сейчас чуть-чуть быстрее на меня посмотрите. Быстро. Бегу, бегу. Я бегу тоже к тебе. Что со мной сейчас происходит в данный момент? Ничего, наверное. Ничего? Точно? Нет. Я сейчас, ну, как и ты, да? Ну, что, ну, ничего такого. Аномального нет. Нет. Да нет. Нет, да. Ладно, ладно, запишу видос. Это. Покажу тебе. Ну, бля, это, короче, пиздец. У меня вот этой кошки руки и в разные стороны, короче. Это хвост назад. Одна нога над... Бля, да я хуй знает, или так и... Бля, ну короче, пиздец. Я пока так поиграю. Посмотрим там, что дальше. Я... О, Флот, что ты не говоришь, Рыков? Ты вообще на шапу взял все время? Кирилл, флот один, это не так страшно, так как у меня треугольник был готов. Ладно. Но это реально пиздец, что это все. Ты бы это не так. Боюсь, что там не заснул. И причем, что он так и двигается в таком состоянии. Хорош. Осталось всего 6 раундов доиграть. Да, ну, блин. Я точно сейчас адекватно выгляжу? Да нормально. Не передвигаюсь, я как сейчас, прямо бегу? Я сейчас прямо вот так? Че-че? Он сейчас там прямо двигается? Да. А вот так, что он делает? Это... Вот. Да все нормально. Вот я тебе видос покажу, как он. Вот, боком стреляет. Он вообще не поворачивается. Он просто тут вот стреляет. Все нормально. Блядь, тихо, я прям сейчас видос. Вот сейчас мы доиграем, я прям сейчас буду выстрелить. Это нормально. А у нас как бы май, да, сейчас? Вообще, как бы, да. Да, который старый американский фильм озвучил. Ну знаешь, я такие фильмы я не смотрю, я не знаю. Какой-то. Но. Он проверял, да? Русский, это просто боевая машина, которая стреляет как хочет, но в одном положении. Ты как я быстро его снял. Угу. Вот сейчас мы вот до 25-й волны дойдем. Я надеюсь, я. Ну, неудобно жутко, но. Ну, я постараюсь до 25-й. Это да. Ты, малёха. И целый видосик запишу. Сейчас треугольник встану. А, я тоже.
Давай. Я делала. Импостор. Импостор. Нет. Тихо, тихо. Вопрос заключался в том. Скрытый помысел, понимаешь, но. Да. Если бы доиграть вот в таком положении. Так что сейчас у меня вот этот баг произошел. Так что мне же пофиг на все, что происходит. Главное. 25 лет. Да, Rocket League иногда выдает свои казусы. А, ну это фигня так. Да хотя бы с людьми торгуешься? А помочь? Там бы тебе Ахмед показал, как надо. Да, можно. Не-не, прям так? Нет. Прям так не обманул. Я на этой торговле сидел, наверное, полгода, но так не получится быть. Ну, если остались. У меня таких ящиков 50 штук. Вообще люди на ящики меняются, понимаешь? А, два ящика, если у тебя турбо ящики есть, то это один ключ. А нет, какой один ключ? Один ящик стоит 2 ключа. Типа новый ящик. Так. Плот, 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 вот он. Какая сумма? 24-я будет. Красная ловушка. Окей. Посмотри, махна, ловушка, ловушка, ловушка. Да ладно. Да. Да блин.
консоль? А до сих пор добавили. Ну, блин. Почему так мало монет, например? Монет, чисто мало. Ну, не монет, ладно, а что? Сколько тут? Это нормально. Это... Был капкан, нет капкана. Ты пропала. А мне? Да? Куку? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ты куда меня привел? Стало, стало. Видел. Давай тебе. Потому что было за. Ты не. Никто не играет. Блин. Ты не заходишь в новых лагеря. Да, Русил, еще играем? Да, я думаю, почему? Нет. Сколько? Достаточно. 28, ну да. Достаточно. У меня нет таких. Где ты меня? Как за тебя? Какой? Угу. Визин тох чушь тело, да с вас тох. Я долбим он. Я в гену гельги. Шо? Да нихуя. Сейчас посмотрим. Ну, не, все-таки Брейнс. Все-таки Брейнс. А мне... А тебе? Нацистский какой-то орел, не помню. А, ты тогда не вздумай там никому показывать. Ну почему?